это сразу заметно. Просто оглянись вокруг. Это тачки из доков. Одна из них представляет особый интерес для бюро. Понятно, что Гектору и его парням это не по зубам. У Джимака долгий послужной список, но никому и в голову не приходило, что его парни наберутся смелости угнать тачку из доков среди бела дня. Может быть, мы их недооценили. Выясни, чем они сейчас занимаются. И, кстати, у меня еще не было провальных заданий, и я не собираюсь проигрывать. Ты уж не сердись на них. Я к тому, что Гектор и его ребята исчезли вот так. Скорее всего, их не посадили, они просто, ну, смылись. А ты был с ними, но ты-то еще на свободе. Знаешь, о тебе много говорят после того, как ты исчез из Палм-Харбор. Не сдавайся, тебе ведь есть что доказать, правда? Thank you.
Мне нужны лишние тачки. Где они? Не вижу. Первый раз самый трудный. Спасибо. А, да. Никель. А? Отдавай. Что? Да ты шутишь, старик. Только не ему. Фредди Никель Роджерс. Бывший боксер. Точнее, боксерская груша. Бесконечный список судимостей. После 5 лет в тюрьме получил кличку Никель. Проиграл. Тачку потерял. Это закон. Что? Да я! Мне нравится твоя злость. Она твой ключ к победе. Наверное, ты слышал про Грегори Макдональда, его второе имя Джимак. Бывший коп, его вышвырнули из полиции за склонность к садизму. Он знает, как открутиться от копов, местные его просто боятся трогать. Они спят и видят, как бы наконец избавить от него Sunset Hills. А ты неплох, красавчик. Увидимся еще как-нибудь. Роуз Ларго хоть и кажется дурочкой, но она ведет дела вместе с Джимаком. Стоит присмотреть за ней. Эй, парень! Выбирай любую. Лично я взял бы Никелю.